29 января, а это сегодня, каждый избиратель, житель Вологодской области, может уже подать заявление на голосование по дистанционному электронному голосованию. Для этого ему необходимо зайти на портал госуслуг, подать соответствующее заявление и в дни голосования, это 15, 16 и 17 марта, также зайти в портал госуслуг под своей учетной записью и проголосовать. На что я хотел бы обратить внимание. Те жители, избиратели Вологодской области, которые хотели бы по такой форме проголосовать, им необходимо, если они определились, что есть соответствующее желание, проверить свои данные на учетной записи. Если человек менял паспорт, фамилию, адрес места регистрации, или еще менял паспорт, или еще что-то, то необходимо проверить, убедиться, внести соответствующие изменения, чтобы не было никаких проблем при подаче заявления. Это первое. Второе. Появилась возможность также с 29 января по 11 марта подать заявление о голосовании по месту нахождения. Так называемый мобильный избиратель. Человек определяется, если он будет находиться в отпуске, в санатории, где-то в ином месте, в командировке, может быть. Он может обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, в любой многофункциональный центр, подойти, и там ему подскажут, посмотрят, где ближайшая участковая избирательная комиссия, чтобы в дни голосования он также мог спокойно прийти и проголосовать. А с 6 марта по 11 это можно сделать в любой участковой избирательной комиссии. Всех ждем на выборах.